Греются, чем могут в Саратове. С первыми морозами участились аварии на теплосетях. Сегодня без отопления вновь остались десятки домов. Пострадали жители Ленинского района. По словам специалистов, все из-за нарушения гидравлического режима. Холодные батареи в домах на Тулайково и селекционном проезде. Морозную ночь провели сегодня и жители центра города, от Московской до Большой Казачьей. Саратовцы рассказали, что греются с помощью газа, топят на кухнях плиты. Правда, спасает это не всех. В квартирах много детей и стариков. Я уже несколько раз лежала в больнице от того, что у меня ноги мои не выдерживают вот этого холода. По каким причинам допускаются сейчас те или иные перебои, сказать сложно с технической точки зрения, нам, как прокурорским работникам. Мы же, в свою очередь, в этой ситуации призваны лишь следить за сроками. Но при этом, в случае, если повторится какая-то история, не дай бог, как было на Зарубино в прошлом году, здесь уже можно поставить вопросы об уголовно-правовой ответственности.